Всем привет! Мы с вами находимся в игре Клондайк. У нас появился новый остров, называется он Мора, и появились новые задания. Это моя первая поездка на новый остров. Давайте посмотрим, как тяжело, не тяжело начинается чистить. Ой, мы так быстро почистили. Смотрите, тут есть даже вулкан. К нам пришел какой-то мужчинка. Надо найти. Вулкан проснется. Все, дядя, до свидания. Можно сделать большой экран и посмотреть. Вот эти динамит. Так, что какое задание на этом острове? Давайте разберемся. Найти и обезвредить динамит. 5 штук. Динамит. Ага, динамит надо разбить. Нет? Построить его надо. В общем, так, в принципе, остров понятен. Потом будем снимать, как мы его чистили. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Вулкан используется, видите, как склад и бартер.